Добрый день, дорогие друзья! Цель данного видео – дать вам главную суть бизнеса в Coral Club. Мы увидим бизнес Coral Club изнутри. Прежде чем заходить вот в этот вот внутренний кабинет, я хочу вам дать свое видение этого бизнеса. Наверняка вы знаете, что такое магазин Метро. Метро очень похож на другие супермаркеты, такие как Лента, например, там Магнит, Ашан. Единственное, что в Метро закрытый доступ. Вы не сможете ничего там купить, потому что у вас нет доступа в этот магазин. Но когда вы открываете себе номер, Метро дает вам карточку, вы получаете доступ в этот магазин и имеете возможность покупать там продукцию со скидкой. Знаете, в Coral Club примерно та же схема. Вот сайт нашей компании. И посмотрите, вот я сейчас нажму на вход для партнеров. Вы увидите, что у меня есть номер, и я по паролю могу войти в мой личный кабинет и сделать закупки через интернет-магазин Coral Club. Либо могу с этим номером прийти в физический магазин. В Новосибирске он уже есть, в Москве, в Санкт-Петербурге, да и во многих других городах 40 стран мира. И покупать по этому номеру там продукты со скидкой. Но Coral Club очень выгодно отличается от других магазинов. Каким образом? Вот допустим, я информацию про Метро узнал от своих друзей. Они сказали: Александр, есть классный магазин для предпринимателей. Ты оформляешь там номер, получаешь карточку и имеешь возможность покупать там со скидкой. Я так и сделал, оформил номер и сделал покупку. Но посмотрите, мои друзья не заработали ни копейки, потому что Метро не платит деньги за то, что вы скажете своим друзьям: это классный магазин, идите там покупать. Метро платит деньги рекламным агентствам и пиарится по-другому. Coral Club работает не так. Coral Club платит деньги за то, что вы даете информацию о продукте. То есть, если по вашей рекомендации люди открывают номера и начинают ходить в этот магазин, Coral Club платит вам деньги. Coral Club платит деньги, потому что для Coral Club это способ рекламироваться. То есть, вы здесь и я здесь, все заинтересованы в том, чтобы дальше давать информацию. Причем, обратите внимание, продажи не происходит, просто все эти люди ходят в магазин. Продажа — это всего лишь один из способов зарабатывания, причем не самый главный. На розничных продажах больших денег не заработаешь. Что же происходит дальше? Вот обратите внимание, по нашей рекомендации начинают пользоваться, например, 5 человек. Мы зарабатываем вот такую сумму, например, 1500 рублей. Но у этих людей тоже есть круг знакомых, и мы просто открываем 7 номера. Мы даем доступ в этот магазин. Мы даем доступ в магазин знакомым наших знакомых. И получаются вот такие вот большие суммы. Хорошо, давайте я вам покажу, как все на самом деле выглядит. Так, сейчас мы зайдем во внутренний кабинет одного из наших партнеров, Алексея. Вот, еще раз покажу. Да, у каждого партнера есть номер. И мы можем сюда зайти. Я нажимаю на вход и попадаю во внутренний кабинет. Так, вы видите, что здесь поменялась цветовая гамма. Обратите внимание, вот это вот внутренний кабинет партнера. Под определенным номером здесь вы можете делать покупку, выбрав соответствующий раздел товаров. Но нам интересен сейчас другой раздел. Давайте я вам покажу людей, которым наш партнер когда-то открыл номер. Вот здесь есть еще другие разделы, вот, например, онлайн-регистрация партнеров. То есть вы сами можете открывать номера прямо через интернет. Так вот, здесь есть партнеры из разных городов. Но для тех, кто не силен в интернете, ничего страшного. Вы можете прийти в ближайший физический магазин и там спокойно открывать номера для ваших новых партнеров. Итак, заходим сейчас в подробный отчет об обороте. Давайте посмотрим на структуру. Вот здесь видно, что это люди, которым когда-то Алексей открыл номер. Когда-то открыл вот этому партнеру, потом открыл вот этому партнеру. То есть все эти люди по его рекомендации открыли номер и начали пользоваться. Но более того, Алексей им начал помогать делать то же самое. Вот если мы сейчас посмотрим, вот, например, вот на вот этого партнера, то мы увидим, что он тоже открывает другим людям номера. И Алексей ему в этом помогает. Ему выгодно, потому что растет и его товарооборот тоже. Нам выгодно, чтобы вы зарабатывали тоже деньги. То есть после таких рекомендаций создается групповой товарооборот. То есть Алексей лично дал информацию нескольким десяткам людей, но с помощью них он построил большую организацию в несколько тысяч потребителей. Итак, давайте я вам покажу деньги.
То есть, сколько магазин Coral Club платит за то, что мы создаем поток покупателей. Вот здесь есть детализация бонусов по странам происхождения баллов. Я вот нажимаю на него, и мы попадаем в расчет доходов. Вот посмотрите, здесь за все месяцы представлены доходы. Давайте я вам покажу доход за первый месяц. Вот, давайте, значит, август 2012 года. Сейчас я это дело открываю. Так, отлично, все открылось. Но здесь видно, что в самом начале было приглашено не так много людей. Примерно 3 человека. И получился такой вот, ну, не очень большой доход. То есть, первые доходы небольшие. Потому что небольшой товарооборот. Хорошо, идем дальше. Посмотрим, как развивалось дело вот через 4 месяца. Ноябрь 2012 уже компания начала выплачивать премию $500. Открываем ноябрьский доход, и здесь видно, что уже побольше людей пригласил. Обратите внимание, у них тоже есть товарооборот. То есть Алексей помогает им тоже строить бизнес. Это тоже люди начали зарабатывать. А заработок за ноябрь почти 70 тысяч рублей. Я хочу сказать то, что первые доходы небольшие, но потом вы начинаете зарабатывать уже серьезные деньги. Ну что ж, давайте посмотрим последний доход за январь. И открываем. Отлично, вот он. Ну, видно, что здесь уже побольше людей пригласил, да? То есть у этих ребят тоже есть товарооборот. Причем, вот давайте я сразу покажу, что вот эти вот его самые первые партнеры, то есть вот они уже зарабатывают почти 200 тысяч рублей в месяц. 10 из них катаются уже на Мерседесах. И вообще вот здесь вот во всей структуре много людей, которые зарабатывают 50, 70 тысяч рублей в месяц, там 100 с чем-то тысяч рублей в месяц. Здесь более 40, я думаю, около 50 людей во всей организации, которые получают премии $300, $400 или $500 от Coral Club. И посмотрите, вот доход за январь составил 370 тысяч рублей. Конечно, такой доход порадовал бы многих. И, соответственно, вы видите, здесь мы зарабатываем деньги и помогаем другим зарабатывать. То есть мы в вас очень заинтересованы. Поэтому обязательно сейчас позвоните человеку, который дал вам это видео, показал эту информацию, и он ответит вам на вопросы по продукту, по другим нюансам бизнеса. Пока-пока, друзья! Удачи!